Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Асяф. Гитара. Я исполню свою песню на гитаре. Расскажите немного об этой композиции. Это песня на слова известного азербайджанского писателя Бахтияра Вагабзаде. Музыку написал я. Кому вы посвятили песню и почему вы будете исполнять именно эту композицию? То есть причина этому девушка? Девушка? Расстались, что ли, с девушкой? Расстались с девушкой? Да. Сколько песен вы посвятили этой девушке? Больше 130. Столько песен только для нее? Мне на ум приходила только она. Ну, одна единственная, которая зацепила сердце мужчины, пацаны в этом смысле меня поддержат, это бывает, это надолго. Ну что, давайте? Ну что, давайте начнем. Gönderesinde dirilip yaşanır senli günlerin sensiz günlerimin hatiresinde haraylar yükselir gönülden yine bu nice haraydı bu nice haydı öhtemden gelerdim gözümüzüne kulağım sesine darıkmasaydım yaman darıkmışam bu nedir yine aklım sana bakır yüreğim sana Yaman darıkmışam Of Senin için yaman Memesi düşmüşem Öz isteğime We show me you the cow Big ol' you son Zata tutu preparado Mega vegabo Menina fica cantando Ele passa a peça Miga massage Boa durada medo Gata maliga massa temelada Quero que te comece Da madruga Tá dançando Hanta isso daia Gata maliga massa temelada Quero que te comece Da madruga Tá dançando Hanta isso daia Было очень интересное выступление. У тебя прекрасный голос. Я погрузилась в себя, и мне стало так хорошо. Благодарю. Я тоже как будто бы поскучала, как будто бы заскучала по своему мужу. Кстати, Шахриару, тебе большой привет отсюда. Что с нами творит любовь? Любовь заставляет творить хиты, чудеса, красивые выступления, прекрасный номер. Спасибо. Конечно, я говорю «да». Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. Я тебе скажу «да». Спасибо. У тебя 4 «да», и ты проходишь в следующий тур. Так, я тоже хочу, чтобы мне посвятили 150 песен. Вот, пожалуйста. Тут есть важная ремарка. Ты должна разбить ему сердце. Разобью. Легко.